Дело ума, а не науки. Падишах пригласил к себе гадальщиков и сказал им: «Обучите моего сына гаданию на песке, чтобы он познал сокровенные тайны этой науки и мог сам постигать все скрытое». И наследник, покинув дворец, стал обучаться у гадальщиков их ремеслу. Когда, по мнению учителей, он достиг совершенства в преподанной ему науке, гадальщики возвратились с ним к падишаху. «О, властелин, — сказали они, — ваш сын стал хорошим гадальщиком, испытайте его при нас». Падишах зажал в кулак свое кольцо и велел сыну погадать на песке, узнать, что именно в руке спрятано. Наследник открыл перед собой книгу гадания, кинул на нее горсть песчинок и, делая вид, будто в их расположении есть какой-то тайный смысл, вывел наугад на бумаге круг. «Так-так! — воскликнул падишах. — Только у этой круглой вещи должно быть отверстие посредине и выпуклость с одной стороны. Теперь назови эту вещь». После долгого раздумья наследник ответил: «Выходит, что в руке вы спрятали мельничный жернов». Падишах разгневался на гадальщиков: «Вы из зависти к способностям моего сына научили его неправильным приемам гадания». «Мы учили его гадать, как гадаем сами», — сказал старший. «Но научить глупого уму не в нашей власти. Сообразить, что в руке не может поместиться мельничный жернов — дело ума, а не науки».